startar även här och gör ju en klassisk Heinefeldt, spektakulär Heinefeldt-räddning på straffen. Och så slänger Martin Strobel bort den här passningen slarvigt så att Ryssland får en ny chans att ta ledningen. Ja, fint inspel till den här sköna liraren som många säger är en av de roligaste handbollsspelarna under hela mästerskapet här. Timur Dibirov, en spektakulär fin passning från Igropoulo för övrigt. 1-0 Ryssland. Кантемиров. Зайцев. Насыров, Дряпочка. Снова Зайцев. Насыров. Бросок. И на месте Шиманский. Приземление показывают судьи. Николаю Емельяненко. Линейному Невы. И гол! 4-2. Андрей Демченков забивает. И перевес астраханской команды достигает 2 мячей. 8-я минута первого тайма. 4-2 в матче «Динамо» Астрахань, университет Нева, Санкт-Петербург. Не делает замен Дмитрий Торгованов. Держит на площадке стартовую шестерку полевых игроков плюс голкипера. Передача в линию на Емельяненко не прошла.
When the chimes end, just try. Were you ever young?
me.